Украина. Киев. 28 июня 2008 года. День Конституции. Этот день глубоко запечатлен в истории человечества. Ежегодно в День Конституции сердце землян замирает. Неведомая опасность из космоса приближается и становится все более реальной. Тонкие щупальца инопланетных захватчиков тянутся к нашей планете. Но в этом году все будет по-другому. Земляне дадут врагам решительный отпор. И оборону родной планеты возглавит элитное подразделение войск Земли. Звездный десант «Аби Украина». Чтобы выполнить возложенную на нас ответственную миссию, сотрудникам компании «Аби Украина» необходимо срочно повысить уровень своей интеллектуальной и физической подготовки. Каждому из нас в ближайшие 27 часов предстоит доказать, что он достоин гордого звания защитника Земли. Для этого необходимо пройти как можно больше уровней некомпьютерной игры «Heroes of Abi» — «День Конституции». Максимальное количество уровней — 7. При успешном прохождении игрок зарабатывает очки, поинты, которые материализуются в виде специальных фишек и получает бонусы. Через 27 часов солдаты звездного десанта «Аби Украина» должны сдать полученные поинты сотрудникам военизированного подразделения PR. Лучшие навсегда войдут в зал славы планеты Земля. Да пребудет с вами сила! И помните, будущее Земли в ваших руках!